Алло! Я хочу поднять бокал за мою финскую подругу замечательную, которая завтра уезжает далеко-далеко, буквально на север, в Арктику. Дорогая моя. Спасибо. О, первый раз в поезде? Нет. Я из Финляндии. Как будет? Привет! Hey. Блин. Ну почему? Ну это же дебилизм. Как соседи по купе. Он странный. Что? Но только не говори мне, что ты хочешь вернуться. Нет. Конечно. Давай, колись, что ты делаешь в этом поезде? Ирина. Мы планировали ехать вместе. У нее красивая жизнь. Я так хотела тоже быть в этой жизни. Ну, в Петрозаводске мы там ночь стоим. Что, не в курсе? И каждый из нас. Их цыпленок. Вот и научись с ним жить, ему доверять. Тебе, твоему цыпленку. Думаешь, я плохой? Я только думаю, что я видела. Что ты видела-то? Пиши твой адрес. Ничего не надо. Почему нет? Ты никогда знаешь, как судьба сложится.